О метеопрогнозах расскажет Небесная канцелярия. 21 мая, по данным Гесметео, в Северодвинске ночью ожидается плюс 10 градусов. Днем до 19 выше 0, пасмурно, вечером дождь. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба. 21 мая – день Ивана Богослова. Зажиточные хозяева в этот день пекли пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. В народе говорят, если выдастся погожая погода, грибов в лесу будет мало. А если пройдет дождь, осенью можно собирать хороший грибной урожай. На этом у меня все. И помните, у природы нет плохой погоды. До свидания!